потом из машины осколки стекла высасывать. Мы поезда крушить собираемся, что там машины? Мы нашли бронепоезд, сейчас договариваемся о составе вагонеток. Но вагонетки должны быть такие, знаете, вот типа шахтерские с углем. Подходят вагонетки с асбестом. Мы сейчас ведем переговоры с комбинатом урала асбеста, откуда мы родом. Для того, чтобы пригнать состав такой из 6 вагонеток, каждый по 160 тонн, в Санкт-Петербург, и там сделал столкновение с бронепоездом. Это реклама пылесосов была. Пьяный за рулем преступник. Выпивший за рулем преступник. Выпивший.